Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Максима с ником Абичба, который находится в гильдии Light of Soul. Гильдия Light of Soul. Прием после собеседования в ВК. ID 370-863-475. Или Ярк Сокол. Первые места битвы гильдии Атака Фортов. Гильдия активная 67-75. Средняя сила где-то в районе 100-150к. Есть от 50, да, где-то в районе соточки. Кидайте заявки, вступайте. Так, у нас сегодня есть акция «Добыча пирата», которую недавно у нас поменяли. Можно достать третью карту, эмблему, прайм руны, риббита. Ну и дополнительно еще кучу плюшек разных. Так, давайте посмотрим изначально на его аккаунт, что у него вообще есть. Минотавр, отлично, ара без ремочки, может ремка рунами есть, да, ремка рунами есть. Варлок недокачанный, так, отлично, отлично. Воодушевление, вот правильная сборочка, с воодушевлением хватает с головой, так. Череп, отлично. Смерть. Неплохие герои, хорошо вкачанные уже, так. Дрейк без таланта. Тыковка вообще топовая. Да, тут нужно кучу кулаков, кучу ресурсов на прокачку. Анубис, отлично. Купидончик, отлично. Шапка надо качать. Фрейя с гневом. Не знаю, зачем он с гневом, конечно, ее качал. Смысла вообще не вижу. Так. Да, ремок здесь тоже не хватает. Но, в принципе, так как он донатный, думаю, рунами соберет очень скоро. Так, укротитель. Друид. Бигфут ожог. Отлично. Ронин. Рину топовый. Да, с талантиками, в принципе, у него более-менее все неплохо сложилось. Так, окей. Ну что, поехали. Перейти. 1200. Может, сейчас натащим третьих карт. Так, понятно все. Так, кулачки. Да, конечно, по сравнению с первым пиратом шансы урезали. Сори, ребят. Причем конкретно урезали. Так, еще кулачки. Ну, ему тут надо. Все заполнено. Вот почему не сделать сразу в склад? Это харит больше всего. Ну, я думаю, тут сейчас мы кучу топовых плюшек нафармим. Так, первая карта, карты смены. Еще первая карта. Опять полный ящик. Как я это люблю. Люблю тратить, но и люблю. Так, сейчас, секунду. Поехали дальше. Ну, 50к, в принципе, я у себя на аккаунте выбивал. Где-то в среднем за соточку 150 падает одна третья карта. Ну, я смотрю сейчас, конечно. Ну, для начального аккаунта у него аккаунт только развивается. В принципе, у него уже и доната хватает, и герои отличные, и прокачки хорошие. То есть тут ему сейчас надо немерено ресурсов. А ресурсы с этой акции падают лучше, чем со всех остальных. Поэтому как бы с талантами у него особо там проблем нету. Основные есть. Герои, которых он будет использовать. Сейчас посмотрим, что у него там еще по подземкам пройдено.
Ну, сейчас основное это повкачивать, вот то, чего ему сейчас, в принципе, и не хватало. Так, что у нас по ресурсам? Да, как видите, у него ресурсов не особо много. Тут сейчас подфармим. Так, поехали. Но сундуки, смотрю, неплохо сыпят. Уже больше половины. Посмотрим, что в итоге мы получим за 50к. В любом случае, это будет лучше, чем вы просто потратите там на таланты, ну, чтобы кулаки получить. Да, вы там получите таланты некоторые, но это опять же себя не оправдывает. Даже если у вас донатный аккаунт, проще купить сразу, подождать и купить сразу с базара готовый талант. Это сейчас не проблема, чем слить в никуда. То же самое и с героями. Для обычного игрока понятно, что все хорошо, но тут, так как тут донатный аккаунт, тут в принципе проблем ни с героями, ни с талантами нет. И тут надо развиваться, а развиваться это только надо кучу ресурсов сразу. Так, сундучок есть. Отлично. Ну как-то так, кулаки, честно говоря, что-то не особо падают, но сейчас посмотрим. Если бы мы просто ролили, мы бы наролили 1к кулаков. И все. Ну, там героев еще наролили. Либо таланты, ну то такое. А качать-то нечем. Так. Так, раз, два, три. Отлично, 50к мы потратили успешно. Теперь давайте будем смотреть, открывать плюшки, что у нас получилось с этого всего. 10к кулаков. В принципе, это получается где-то за 200-250 50к, да. То есть шанс где-то приблизительно такой же, как и предыдущие два раза, что я пирата играл. Но опять же, 10 500 против 1к. Разница есть. По КГшкам у нас получилось 12 500 практически. По значкам почета 880. Тоже отлично. То есть на прокачку героя как раз хватает. Так, слизни. 74 штуки. Вот накопили еще синих камешков. Ой, точнее не синих, а зеленых камней судьбы. 23 карты смены. Сейчас попробуем что-то достать. Так, уже 104 карты смены чар. Неплохо. У него есть две руны. Так, это было все. Анубис есть запасной. Ну, неплохие, неплохие. 9 сундуков у нас получилось. 10 карт. Один сундук такое. 19 таких. Ну и осколками собрали еще. Давайте пооткрываем эти все плюшки. Так, две льдышки. А что, у него леда не было, что ли? Так, а ну-ка сейчас посмотрим. Где тут его? Не, льдышка есть. Странно. А, Рудольфа не было. По-моему, Рудольфа мы достали. Ну-ка, за кого-то дала. Да, скорее всего, Рудольфа.
Ну, поздравляем с недостающим питомцем. Так, отлично, поехали дальше. Так, карты смены на потом оставим. Что у нас дальше? Этих питомцев он, в принципе, сам подкрывает. Давайте посмотрим, что у нас за рибы-то тут упадет. 14 осколков, в принципе, фигня. Так, исцеление-то у него было. Давайте руны. Бум, бог войны. Ну, такое себе. Обычно отсюда падает ремка или психощит. Очень часто тоже падает. Я кучу четверок натащил. Так, поехали. Попробуем что-то нарылить, если, конечно, получится. Так. Ну, дай одну хотя бы пятерку, коррозия четверка. Кто тут у нас с вторым талантиком есть? Да, не особо много у него, конечно, скинул. Там, по-моему, Дрейк у него есть. Череп разброс, в принципе, можно вот эта ремка, она ни к чему. Пока сделаем так, поехали дальше. Так. Грубое, блин, чё не 5? Вот если было бы пятерка, было бы отлично вообще. Так, ну грубая сила тут особо, ну и четверка в принципе. Давайте Дрейку поставим. В принципе, шапка у него есть Анубис. Шапки смертельно не нужен вообще. Он шапку качает. Да, он шапку качает. Пока на время поставим ей. Ей смертельно не нужен. Все. Так. Что у нас по снаряге, созвездия. Так, 104 карты. Корка у него есть уже талантиком. Хорошо. Поехали, 10 карт. Неплохо выпало, я считаю. Гаргул, повторочка, Валька, деды нападали, в принципе, Варлок. Неплохо упала. Ара. Так, еще тут пакеты этого опыта мы смотрели. Тык-тык-тык-тык-тык. Поехали, сундуки. Неплохо было бы отсюда коробочку вытащить. В принципе, коробка должна упасть. Так, 10 камней. Карта вторая. Рунки. Отлично. Еще руны. Отлично вообще. Еще вот самое ценное это коробки и руны. Вот коробочка есть одна. Коробочка вторая. Карта и коробочка. Не, еще одна карта. Так, окей, три карты поехали. Раз, два, три. Стрелок. Ну-ка, 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 посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Так, хорошо. Есть у него стрелок или нету? Проявишу. Отлично, просто стрелка я. Просто не вижу, ребята. Вот он, недостающий герой, блин. И причем с карты. Просто офигенно получилось. Поставьте лайк, порадуйтесь за пацана. Реально, просто с карты даже не ожидал, что мы сейчас отсюда затащим стрелка. Использовать, окей. Так, стрелок у нас есть. Отлично. Так, талантики, рунки есть. Он даже там себе сможет купить. Потом докачать. Так, ну что, поехали коробки открывать. Сколько разных шнях получили. Так, отлично. Бум.
Стойкость. Ну, стойкость, стойкость. Можно, в принципе, стрелку поставить на первое. Ну, в принципе, со стойкостью стрелок тоже офигенно смотрится. Так, ворожай, каменка есть. У меня есть стрелок. Неплохо смотрится. Поехали. Бум. Бля, корка. Да что такое? Я даже не знаю. Корку он уже сам определит, кем он бегает. В принципе, а что определять? Поставим сейчас черепу. Хотя, в принципе, черепа там четверка тоже будет хватать. Пусть подумает, есть варианты танком поставить. Варианты как бы неплохие. Ну, это такое. Она может потерпеть. Так, 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 так. Что у нас тут еще? Ну, самое основное, мы выбили стрелка, поставили, в принципе, нашли ему неплохой альтернативный вариант. Каменки. Я считаю, это отлично. Так, а что у него по подземкам пройдено? Кошмарки шестые. Ну, в принципе, он уже может и шестые фармить. Не знаю, что он не фармит. Узнаю у него с такими героями, он давно-давно уже, хотя, в принципе, ему Анубиса надо кинуть на эволюцию, тогда сделает. Вот так вот, ребят, вот такой вот у нас был пират сегодня, в принципе, я считаю, неплохой, стрелка даже получили. Отлично вообще. Пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе на Некроса, ссылочка будет в описании. Ставьте лайки, всем пока.